Всем здравствуйте! Вы на канале Удачи. Давно меня не было в эфире. Объясню почему. Я очень ждала, когда мои розы наберут полноценную силу, и я смогу показать их в полной красе. Перед вами Луи Адье. Старинный французский сорт. Относится к бурбонским розам. Роза пышет здоровьем, настоящим ароматом. Почему настоящим? Ну, потому что современные розы сейчас пахнут, честно говоря, не так ароматно, сильно, насыщенно, как старинные сорта. Роза прошлого года посадки. Я решила ее вести не как шраб, потому что этот сорт заявлен как шраб, а веду я ее как плетистую. Она у меня посажена в компании с розой Герлян Дамур. Она пока только набирает силу. Обязательно сниму отдельное видео. Ну что я вам скажу. У этой розы есть небольшой недостаток. После температуры плюс 27 она начинает слегка запекаться. Растет она у меня, так скажем, небольшой полутени, то есть до обеда здесь полутень, после обеда солнце. У меня получается, она растет в компании не только с Герлянд Дамур, рядом с ней еще одна мускусная роза, это Анели. Рекомендую этот сорт сажать в паре с белыми мускусными гибридами. Луи Адье. Смотрите, какие бутоны красивые.